Мы приехали. Серафимович к чудотворному камню. Город Серафимович был основан в 1595 году на обрывистом правом берегу Дона. Раньше назывался город Медведицкий. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть красивейшие храмы и прикоснуться к иконам и чудотворному камню. Красота храмов восхищает. Храм Преображения Господня имеет 33 купола в честь земной жизни Спасителя. Он деревянный. Его открыли совсем недавно, в 2014 году. Белокаменный собор в честь Казанской иконы Божией Матери построен в 1885 году. Первоначально храм был построен в 1652 году, но через 100 лет, в 1752 году, целиком сполз в воду и был разрушен полностью. Строили заново. После Великой Отечественной войны от храма остались только стены и мраморные колонны. Монастырь на сегодня отреставрирован, и там живут монашки. На верхние этажи храма можно попасть, попросив у старшины разрешения в церковной лавке. Там можно заказать и трапезу. Здесь есть еще один храм, пещерный. Это рукотворные пещеры. Говорят, что матушка Арсения руками копала эти пещеры, потом взяла в помощницы еще трех монашек. Это уникальная монастырская пещера. Пещера длинная, около 165 метров, но паломников пускают в основной ход в пределах примерно 50 метров. Высота в человеческий рост и очень узкая. Только два человека могут там разойтись. Много ниш с иконами. В келье пещеры находится святой камень Пресвятой Богородицы, или его называют монашкин камень. Говорят, там молилась игуменья Арсения, а отпечатки рук и ног оставила сама Богородица. И это ее отпечатки ладоней и колен. Единственный на нашей планете камень, где молилась сама Матерь Божия. Ученые исследовали породу камня и не смогли определить ее. Похоже на гранит, но не гранит. Говорят, на Земле таких больше нет. И есть версия, что он прилетел с неба. Верующие молятся у камня, и если приложиться губами к камню, то можно исцелиться от многих болезней. Едут женщины, которые отчаялись стать матерью. Иногда камень не работает. Съемка в храмах и пещере запрещена, но фотографию этого чудотворного камня можно найти в интернете.
И здесь же на территории семь святых захоронения находятся. Надежда, Раиса, Варсонофия, Ефламия, Ефласия, Афанасия, Анимаида. Это женский монастырь. В храме съемка запрещена. Не разрешили нам. Часовня в честь Серафима Саровского. Очень-очень нравится. Хочу еще кожаный. А зачем еще? Там нету кокулы. Кокула? Ага. Как тут вот вода так вот. Как все появилось? Деревья в воде. А да. Здесь не должно быть воды. Ну, вот он растекся. Ага. Ну, вот тут не должно быть воды. Да. Разлив весенний. Значит, здесь так и же вся травка, и смотри, вся травка в водичке, видишь? Вот. Ой, а можно я умою? Ну зачем, Стёп, ты чё, запачкался?